канале NeoBlogger. Сегодня я хочу поговорить с вами о стемпинге. Стемпинг для ногтей – это самый доступный и легкий дизайн. Это означает штампование. Благодаря стемпингу любая из вас может самостоятельно создать сложнейшие художественные композиции на ноготках. Итак, я взяла две фирмы – с AliExpress и наш обычный Conut, самый распространенный. Также две пластины, одна Conut, вторая тоже, также с AliExpress, штампы. И сегодня хочу поговорить о самой новинке осени 2016 года. Это силиконовый мягкий штамп, который увеличивается. Вот я могу это продемонстрировать. И вам видно, какой дизайн, какой стороной на ноготок будет наноситься. Эти насадки снимаются и продаются по отдельности, если ваша насадка по каким-то причинам не может функционировать. Также есть шкребок. Самое главное для нанесения стемпинг-дизайна – это хорошо обезжирить ногтевую пластину, либо типсу, где вы будете производить дизайн, сам штамп, шкребок и наш непосредственный оттиск. Итак, приступим. Что нам нужно для стемпинга? Пластина, на которой выгравированы узоры для нейл-арта, штамп, скребок, ватные диски, жидкость для снятия лака и финишное покрытие для стемпинга. Техника стемпинга. Как пользоваться стемпингом? Обработать ногти, сделать процедуру маникюра, нанести на них базовое покрытие гель-лака или обычного лака. Ну, наверное, все-таки лучше гель-лака, потому что когда у нас что-то не получится, мы сможем снять эту жидкость для снятия лака, и тем самым наше покрытие не будет повреждено. Наносим на подложку фоновое покрытие нужного цвета. У меня это синий цвет. Выбираем рисунок. Я попробую как с AliExpress, так и обычный Conut. Выбираю нужный мне понравившийся рисунок. И цвет. Пусть это будет белый цвет. Хочу также дать совет, что белый и черный цвет желательно покупать. Ну, вот у меня данные 11 мл в большом объеме. Они очень быстро расходуются. Маленькие, там золото, красное, розовое. Можно в маленьких объемах, это 5 мл, так как они расходятся очень-очень медленно. Берем безворсовую салфетку, либо это ватный диск. Хорошо обезжириваем обильно ту часть, которую будем наносить нашу краску. Хорошо обезжириваем штамп. Даем ему высохнуть. Шкребок. И для начала попробуем сделать это на моем ноготочке. И хорошо обезжириваем ноготок. Это очень важно для того, чтобы ваш дизайн получился ровный, красивый и отпечатался полностью. Наносим нашу краску. Она очень быстро сохнет, поэтому нужно работать быстро. С первого раза у вас может не получиться, но это не беда. Это приходит все с опытом. Переводим его. Вот что у нас получилось. Мы видим наш... Так, я вам покажу. Хорошо натягиваем боковые валики и мягко переводим рисунок. Вот что у нас получилось. Излишки потом убираем ватной палочкой, смоченной жидкостью для снятия лака. Наши стемпинг-краски, вот что у меня получилось. Также необходимо хорошо протереть наш стемпинг, палитру и шкребок. Это очень важно, потому что если краска забьется и высохнет, ее сложно очень будет очистить. И следующий дизайн, который вы будете использовать, может не так хорошо отпечататься, как бы вам это хотелось. Теперь возьмем Conut. Ценовая политика очень отличается друг от друга, но по качеству я не увидела разницы между палитрой, купленной на AliExpress, и между фирменной Conut. Возьмем, к примеру,
розовую. Хорошо взбалтываем. Обезжириваем выбранный участок жидкостью для снятия лака. Также штамп наш, шкребок и ноготок. Хорошо взболтали наш лак. Нанесли, провели, отпечатали. И вот мы видим. Опять же, хорошо натянули боковые валики и приложили выбранный нами рисунок. Вот что у нас получилось. Излишки сейчас будем убрать. Очень классный штамп, мягкий. Рисунок очень хорошо переводится, независимо от того, что он кажется такой какой-то огромный. Родной штамп Конат, грубый по своей текстуре, плотноватый, может получиться не с первого раза. Опять же, вы не увидите, какой рисунок будете переводить. Поэтому рекомендую, цена его в рублях около 200 рублей. На AliExpress я видела их и по 115 рублей, по 110 рублей. То есть цена и качество соответствуют, я очень довольна. Также хорошо протираем нашу палитру. И вот что у меня получилось. Сегодня я решила показать не на типсе, а на своих ноготочках. Итак, самое главное первое правило. Это хорошо обезжирить жидкостью для снятия лака все наши инструменты, палитры, ноготочки, шкребок и штамп. Работаем быстро, отпечатываем, потом покрываем двумя слоями топа и просушиваем в LED-лампе 30 секунд, в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Смотрите мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!